Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы играем в Стикмана. Так, смотри. Бросаем гранатки. Убиваем зомбаков вот этих. Ну, как зомбаков? Я даже не знаю, кто такие. Это тоже Стикманы, то есть. Ёлки-палки, давайте сейчас кинем. Ай-яй-яй, взорвитесь нафиг. Во. Так, а зачем? Ну это я знаю, подожди. Давай наверх прыгнем. Ух ты, книжечка какая-то. А комиксы? Так, хорошо. Ой, смотри, он смотрел телевизор, по новостям показывают, что зомбаки нападают. Сумасшедший мужчина создает зомби, срочные новости. И он быстрее пошел на улицу, включил свет, взял, значит, револьвер, пистолет и пошел. И смотрит в окошке, уже зомбаки кричат. О, один даже разбил окно. И полез. А он его убил. Значит, а те полезли дальше в его квартиру. Ё-моё. Дойдите до уровня 15 на глава 1 Тихий парк, чтобы открыть эту страницу. Хорошо. Вот, ребятушки, нам показывают историю. Историю про Стикмана. Давай, хлопс, хлопс. Так, все, отдыхай. Так, а ну-ка, тихо. Так, давай немножко отойдем. Давай, иди. Так, где там? На, получай, гаденыш. Идем дальше. Так, уровень первый. О, звездочка. Так, опа. Не-не-не-не-не, подожди. Ты куда так разбежался? О, все. Не знаю, зачем мне нужна была звездочка. Но пригодится, я думаю. На-на-на, получай. Так, монетки. А где у меня эта штучка? Нет ее уже, что ли? Которую я бил. Биту вот эту с гвоздями, господи. Так, давай. О, уровень 2. Так, надо это разбивать, да? Тысяч. О, монетки, спасибо. Так, монетки ко мне катятся, это хорошо. Так, а почему у меня никакого оружия нету, ребята? Давай. На, сейчас я тебя сделаю. Кердык. Подожди, кердык. На, тысяч. Все, а мы его убили. Так, а ну-ка, вот монетка. Как же мне эту монетку-то собрать-то? А ну-ка, смотрим. А, опа, о, есть. Не монетку, а этот самый, как его, звездочку. Так, все, убили его. Идем дальше. Ого. Капец. Где там у нас? Давайте побежим. О! А, бежать в смысле? Алло, ё-моё, чё за фигня? Алло. Так, прыгай. Быстрее. Вон, смотри, сколько зомбарей. Ох, ребятушки. Так, звездочка, спасибо. Ой. Машинка сломалась. Так, а чё делать мне? Так, давай этот. Ну, а что делать? Надо мужика этого спасти, смотри, наверху. Ё-моё, давай. На. Все. Я тебя спас. Спасибо, возьми вот это. Ой, спасибо, монеток сколько много. 86 монеток. Так, что у нас тут наверху? Давай их разобьем. А, нифига не получилось. На. Так, монетки. Давай тут тоже. А, тут одна монетка всего лишь была. Че он тут говорит-то непонятно, что зомбаки... А ты же в столб врезался сам, чувак. Ты че? Ладно, идем дальше, посмотрим, что здесь. Так, возьми оружие, оно в кустах. Спасибо. У нас открыто новое оружие. Пистолет-пулемет. Забираем. А это что за тарелка? Инопланетянская. Ой. А мы не можем залезть на нее? Я хочу на ней полетать. О! Нет. Так, ладно. На! У меня есть пистолет, ребята. У меня есть пистолет. Давайте поменяем на палку. Тихо. В смысле? Давай на палочку вот эту. Так, уровень 5. Так, что у нас там? Что у нас внизу там? Че он боится туда вниз идти? Нет. На. Все, убили его. Ох, тихо. Автоматик. А что у нас там сверху было, ребята? Костер какой-то. Ну, я не знаю, что костер ему дает.
А у него как, что, бесконечной жизни, да? Так, бонус арена. Берите сколько хотите. Все, спасибо. А что у вас в сундуке, ребята, здесь? Давай поменяем на... Давайте откроем сундук. Куча монет. Нифига себе. Спасибо. А еще можно его как-то открыть, нет? Не, нифига. Так, обновление. Давайте зайдем в обновление, посмотрим. Здоровье. Оказывается, у него есть здоровье. Так, плюс магнит для монет. Так, все, здоровье прокачали. Гранат. Давай этот револьвер прокачаем. Так, и бита с гвоздями. Почему бы и нет. Задачи. А, какие у нас задачи? Истребитель зомби. Убейте 50 зомби. Зомби бизнес. Соберите 1000 монет. Крушитель ящиков. Надо ящики. Суперзвезда. Найдите 5 потаенных звезд. А, ох ты, рекордсмен. Задание выполнено. 5 алмазов. Получить награду, конечно же. Ага, тут еще можно, кстати, когда получу, я буду брать. Вознаграждение ничего нету, обновления тоже ничего нету. Предложение тоже пока ничего нету, ладно. Отправляемся дальше мочить зомбаков. А где у меня вообще-то уровень здоровья, что-то я не понял. На, сейчас я вас убью, алло. Тыщ. Так, меняем сразу. На автоматик. Ага, о, пистолетик, спасибо. Так, какие же вы злые зомбаки. А, вон у него здоровье, вижу. Вижу здоровье его. Так, одного убил. Этого тоже убил. Все хорошо. Монетки получил. Так, здесь выхода нету, ребята, идем наверх. А, нет, он нам показывает еще зомбаридин. На, отдыхай. Отдыхай. А что за статуя такая интересная лошади? Какие-то она у нее... Глаза какие-то удивленные, мне кажется, странные. Так, идем дальше. Никого нет. О, нет, тут хороший. А возьмите это, оно поможет тебе дальше оставаться в живых. Исцеление, забрать сердечко. Какой ты хороший чувак. Слушай, а как мне полетать на твоем самолетике? Не знаю, никак. А вон зомбарь идет, но он дальше не идет. Сейчас мы вас постреляем. Еще один. Так, а ну-ка тихо. Тыщ, на тебе, отдыхай. Так, какие-то, смотри. Ага. Нет, я думал. Ух ты, звездочку нашел. На, тыщ. Все, отдыхай, слушай, чувак. Опа, на тебе. Харакири сейчас тебе сделаю. Да ё-моё, какой ты злой. Тихо. Ладно, пусть он... А, он не спускается. На, все, отдыхай. А, этого надо защитить, ё-моё, а откуда я знал? Откуда я видел? Убили чувака, да как так, я не успел. А, мне тебя жаль, а это даже чувиха. Ой, мне жаль, что тебя убили. Но я тебя почему-то не увидел сразу. Ох ты, подожди. Ладно, идем дальше. А, давай этот разобью сразу. Чемодан. Есть. Денежки. А, ран, беги. Ой-о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 й. Все, бегу, ребята. Бегу. Ой, сколько у вас много зомбарей. Офигеть, ребята. А, блин, там звездочка была, я не нашел ее. Так, а ну-ка, тихо. Кыш. Так, я тебя тоже сейчас добью. Так, сверху нужно смотреть, чтобы никто никого не обижал. Так, смотри. Ох, нифига, как я упал. Там что-то TNT было написано. TNT. Так, идите от меня нафиг. О! На! Сейчас взорвется нафиг. Ай, меня убило TNT. Офигеть. А, да, конец игры. Ну, давайте вернемся назад домой. Разблокируйте новое оружие, и оно появится в игре. Понятно. Вот такая вот игрушечка Stickman. Да, вам, ребятушки, нравится? Если нравится, поставьте лайк этому видео. Также подпишитесь на канал Dudaplay,
чтобы видеть каждый день новые игрушки, которые мы будем играть с вами, прохождение. Ну, а также комментарии, да, пиши комментарии, передавать приветы я тоже люблю. Так, пожалуйста, подтвердите ваш возраст. Ну, конечно, 50 с плюсом, ребята. Ежедневное задание, режим истории. Ну, давай режим истории, дальше. Ага, вот смотри, у нас есть глава Тихий парк. Потом, в этом парке не так уж и тихо написано. Глава вторая, заблокирована. Так, это неизвестная какая глава. Ну, это типа, знаешь, магазин, мне кажется, супермаркет, да-да-да. Третья глава, это ферма, это видно сразу. Четвертая глава, это какой-то дом непонятный. Пятая глава, это какое-то тоже непонятное здание, офис, типа офиса. Шестая, это канализационная шахта, это канализация, да. Седьмая, это город, да. И восьмая глава, скоро, понял? Скоро будет. Ну что ж, на этом, наверное, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.